Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Алмис запустит новый завод по переработке древесной биомассы. Производственная мощность по выпуску пеллет составит таким образом 25 тысяч тонн в год. И также инвестор планирует в январе 2018 года выполнить обязательства по созданию модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, лесопильного и деревообрабатывающего производства, а также увеличить объем лесозаготовки. Инвестпроект по модернизации Алмис реализует с 2015 года. Предполагается, что инвестиции составят почти 800 миллионов рублей. Программа «Экономика». Нового гендиректора молочного комбината выберут на собрании акционеров. Пока предприятием руководит первый зам гендиректора, вдова Василия Сураева. Его не стало 24 декабря на 65-м году жизни. Собрание акционеров состоится после похорон Василия Сураева. Он возглавлял предприятие с 1995 года. Прощание намечено на утро 27 декабря. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Весь январь в учебном центре охраны труда можно получить скидки. Там действуют акции «В Новый год на легком старте». На дистанционных курсах можно сэкономить до 70%. Кроме того, можно получить дополнительные курсы в подарок и рассрочку оплаты. Экономьте время и деньги при высоком качестве обучения. Подробную информацию можно получить по телефону 58 60 42, а оформить заявку на сайте ot.defiskirov.ru. Сделать это нужно до конца января. Экономика. Завершение о валютах. Доллар на сегодня 58.20, курс евро 69 рублей 9 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.